Привет! Ты на канале Puppet Show. Здесь тебя ждут занимательные видео, полезные мастер-классы, а также много интересного контента. Поддержи нас, подпишись на канал, поставь лайк и не забудь про колокольчик, чтобы не пропускать новинок. Досмотри это видео до конца и увидишь полезный лайфхак. И о мечтах. И о любви. Пусть зайдет. Добрый день, вы Вячеслав Назаров. Добрый день, я его зам. Могу забрать? Да, конечно. Распишитесь тут. Благодарю. Спасибо. Всего доброго. Надо позвонить Славику. Привет, дружище. Как отдыхается? Привет. В целом неплохо. Только мне везде мерещится Эльвира. Кошмар. Вот это да. С чего бы это? А что нового в театре? Тебе тут с курьером посылка пришла. Что за посылка? Я вроде ничего не заказывал. Открой, пожалуйста. Вот смотри, сережки красивые какие. Это кому? Оксане? Нет, эти сережки я подарил Эльвире. Оксана идет. Я тебе перезвоню. Спрячу в сейф. Добрый день. Это Станислав Руденко. Вся информация у вас на почте. Благодарю, до связи. Какое красивое платье. Вот бы выйти на подиум. Привет, как ты? Получается? Привет. Да, все хорошо. Замечательно. Смотри, вот еще эскизы. Просмотри эти модели и убедись, что нет брака. Да, хорошо, я поняла. Все проверю. Oui, Kira. Где Кира? Je suis la Lille. Я здесь, Лео. Bonjour, Эльвира. Привет, Лео. Кира, j'ai besoin de toi. Кира, ты мне нужна. Срочно. Sûr. Allons. Конечно, пойдем. Удачи, сестренка. Интересно, когда же будет показ? Всем привет! У меня для вас важная новость. Завтра мы едем на гастроли. Билеты на поезд уже куплены. В 10 утра жду всех на вокзале. И прошу без опозданий. Поезд ждать не будет. Кристина, привет! Меня хорошо слышно? Элька, ты, привет! Да, нормально! Я так рада тебя слышать! Отлично! Рассказывай, как у тебя дела? Я безумно соскучилась! У меня все хорошо. Завтра едем на гастроли, вот собираюсь. Ты-то как? На новом месте? У меня порядок. Скоро выпускаем новую коллекцию. У нас же Славик уехал в свадебное путешествие. Ой, извини. Ничего. А ты знаешь, мне кажется, я его видела здесь, в Париже, в торговом центре. Серьезно? И как он отреагировал? Он меня не узнал. Или сделал вид. А у тебя как на личном? Ты все еще с Денисом? У меня все в порядке. Да, с Денисом встречаешь. Ты представляешь, Стас замутил с Лариской. Я, как увидела, была в таком шоке. Да ты что, с Лариской? Никогда бы не подумала. Вот зря ты его отпустила. Теперь мается парень. Ничего ему полезно. А ты домой не хочешь приехать? Возвращаться пока не планирую. Но очень скучаю по родителям. Может быть, приеду в гости после показа. Если надумаешь, обязательно мне маякни, что мы увиделись. Ладно, удачных вам гастролей. И тебе удачи на показе. Спасибо. Пока, подружка, люблю тебя. Звони, пиши. Пока.
Привет, давай помогу. Привет, нет, не стоит, я сама справлюсь. Отпусти мою сумку, она не тяжелая. Дай уже сюда, сейчас поезд поедет. Купе пустое, интересно, кто со мной будет ехать? Жаль, Эльвира не рядом. Привет, мы вместе что ли едем? Здорово. Привет, Таня, кажется, ты. Девочки, можно к вам? Татьяна, ваше место в соседнем купе. Ладно, пойду тогда туда. И что ты тут делаешь? Зачем ты Татьяну прогнал? К чему весь этот цирк? Ты специально это делаешь, да? Тише, не кричи. Это Андрей просил поменяться. Ты знаешь, меня как-то мало волнует, что там попросил Андрей. Пусть Таня вернется, а ты иди к нему в купе. Я что тебе настолько противен? Разве мы не можем спокойно поговорить? Нет, просто я как-то не планировала ехать сегодня с тобой в одном купе. Иди вон со своей Ларисой поговори, у тебя сейчас с ней много общего. Зачем ты так? Если так, тогда уйду я. Кристина, куда ты? Успокойся. Мы просто поедем в одном купе. Обещаю не приставать. Хорошо. Если ты так хочешь, пойдем поговорим. Я не против. Вот и ладненько. Теперь обещанный лайфхак.